Вы знаете, на самом деле, самым главным является даже не то, получит она эту медаль или нет, а на самом деле, на мой взгляд, самым главным является то, что она почувствовала поддержку этих людей и населения, и что она не одна в этой тяжелой ситуации, и что достаточно большое количество людей готово ее в этом поддержать. Тут не принципиально сама медаль, а принципиально именно поддержка населения, спортсмена, который не побоялся отстаивать свою позицию, позицию России на международной арене.